перевязали ленты в честь открытия нового здания. Долгожданное открытие филиала Народного банка в Южно-Казахстанской области состоялось. Около 870 тысяч клиентов и порядка 24 миллиардов тенге депозитного портфеля. Народный банк активно кредитует казахстанских производителей. Весомый вклад банка в повышение благосостояния страны отметил и аким Южно-Казахстанской области Жансейит Тумебаев. Народный банк считается у нас лучшим банком Казахстана в южном регионе. И думаем, что в дальнейшем расширить свои услуги, прекрасные здания, имеет более 40 филиалов, и каждая семья Южного Казахстана обслуживается Народным банком. Общий объем портфеля малого и среднего бизнеса филиала свыше 15 миллиардов тенге, в том числе свыше 5 миллиардов тенге по госпрограммам поддержки предпринимательства. Филиал банка занимает лидирующие позиции по многим направлениям бизнеса. В сентябре этого года банк занял первое место в рейтинге 25 крупнейших благотворителей страны. Хотела вручить сегодня сертификат, нашу материальную помощь на 2 миллиона тенге коммунальному государственному учреждению Тасарыкский центр оказания специальных социальных услуг. Это наша подшефный дом. Мы активно также работаем по программам благотворительности, спонсорства. В прошлом году больше 1,5 миллиардов тенге потратили на благотворительство и спонсорство. Народный банк имеет обширную сеть из 40 представительств, предоставляя доступ к банковским услугам клиентам в самых удаленных районах нашей области. В Южном Казахстане установлены 176 банкоматов, 32 банковских киоска и 42 платежных терминала. Чимкент для нас это, конечно, особый регион. Мы понимаем, что это самый крупный регион по населению, почти 3 миллиона человек. Это будущий центр агломерации первого уровня. Для нас очень важно, что для наших клиентов здесь созданы такие условия, при которых, мне кажется, большая часть чимкентского бизнеса обязательно придет финансироваться именно в наш банк. Народный банк Казахстана является самым прибыльным казахстанским коммерческим банком по итогам 9 месяцев 2016 года и имеет один из самых высоких рейтингов среди казахстанских банков. В июле этого года Народный банк был назван лучшим финансовым институтом Казахстана международным изданием «Евромани».